перед наступлением Нового года принято давать всевозможные прогнозы. И если прогнозы по продажам новых автомобилей больше напоминают гадания на кофейной гуще, то сценарий, касающийся стоимости электромобилей, кажется нам вполне вероятным. Поясним. Сейчас батарейные модели стоят заметно дороже своих бензиновых и дизельных одноклассников. И измениться ситуация может, только если аккумуляторы станут обходиться автопрому существенно дешевле, чем сейчас. Для справки, в уходящем году готовые аккумуляторные блоки продавались по цене $137 за каждый киловатт-час. Это несколько меньше прошлогоднего показателя. И в 10 раз дешевле, чем за батареи просили 10 лет назад. Динамика радует. Притом исследовательская организация Bloomberg NEF выпустила прогноз, как дела пойдут дальше. По их сценарию, к 2023 году стоимость 1 кВт-часа рухнет сразу до сотни долларов. С этого момента электрокары будут стоить столько же, сколько машины-одноклассники, потребляющие углеводородное топливо. При этом ячейки со временем будут не только дешеветь, но и совершенствоваться технически. Самые большие надежды на союз Toyota и Panasonic. В следующем году японцы должны выставить твердотельные батареи. Если это случится, зеленые автомобили научатся заряжаться энергией на 500-километровый бросок всего за 10 минут. И продолжаю тему будущего. Технологии, которые сейчас известны под общим названием 3D-печать, вскоре найдут применение не только в макетах и прототипах, но и в серийном производстве. Об этом заявил General Motors, только что запустивший целый центр индустриализации аддитивных технологий. Такие же центры ранее заимели Ford и Volkswagen, что явно намекает на перспективность направления. Своими успехами на этой ниве также поспешили похвастаться инженеры Porsche. Созданный ими корпус электропривода, выполненный методом лазерного плавления, оказался на 40% легче традиционного литого. Более того, в наиболее нагруженных местах новая деталь оказалась вдвое жестче традиционной, а сборка узла требует на 40 рабочих операций меньше, нежели обычно, а это 20 минут рабочего времени.